Руководитель регионального отделения ЛДПР Максим Крайн и его первый заместитель Даниил Бондарев прибыли с рабочим визитом в канун Нового года. Первым делом они провели встречу с главой города Дмитрием Фельдманом. На ней обсудили работу местного отделения, взаимодействие мэрии с депутатами фракции, а также возможное решение вопросов, с которыми к партийцам обращались жители Рубцовска. Встреча прошла конструктивно. Мы обсудили с главой ряд текущих вопросов и планы работы на 2021 год. После Максим Крайн и Даниил Бондарев встретились с председателем городского совета Василием Курганским. Основной вопрос повестки – работа фракции ЛДПР в Рубцовском горсовете. Курганский оценил ее положительно. Мы поговорили о каждом депутате, мы договорились с ним о прямых контактах в случае необходимости, если я не смогу или не сумею порешать что-то с фракцией. Ну а самое главное – мы пришли к общему понятию. Фракция – это объединение, которое должно исполнять, в первую очередь, партийную дисциплину, дисциплину фракции, сессии, устав города. Еще одна встреча с руководителем местной фракции ЛДПР Владимиром Овчинниковым. В центре внимания – текущая работа либерал-демократов и планы фракции на 2021 год. По завершению визита Максим Крайн посетил школу имени Пушкина. Всех присутствующих он поздравил с наступающим Новым годом, детям по поручению депутата Госдумы Елены Строковой вручил новогодние подарки.